как использовать интерактивные видеостудии в ВУЗе. И первое, что приходит на ум, это презентационный ролик для университета, его кафедры или факультета. И здесь интерактивные технологии будут повышать престиж ВУЗа. Следующее. Можно записать видеообращение от первых лиц ВУЗа. Например, ректор может выступить на дне первокурсника, и это видео покажут в филиалах ВУЗа. Третье. Ролик как часть лекции. Есть такие предметы, на которых студенты часто устают. Их мозг перенапрягается, и ему нужна передышка. Если в ВУЗе есть интерактивная видеостудия, то преподаватель может заранее записать часть лекции и взбодрить аудиторию в середине занятия, показав какую-то часть лекции в интерактивном формате. Либо может сделать это для привлечения внимания в начале лекции, или же закрепив знания в конце. Далее. Онлайн-лекции. Преподаватель может записывать свой урок в интерактивной видеостудии и успешно размещать его на образовательных платформах. Как это делает преподаватель УРТС Адиль Бурумбаев. Его уроки очень нравятся студентам, и они наглядно демонстрируют различные математические формулы. Таким образом, ВУЗ получает новое направление, а преподаватели – дополнительный источник дохода. Еще одна идея – программа новостей ВУЗа. Почти в каждом университете есть свое студенческое телевидение или полноценная редакция. Студенты могут записывать дайджесты новостей, снимать интересные ролики, какие-то отдельные рубрики или корпоративные сюжеты, как, например, это делаем мы для своей компании. Далее. Доклад. Ежегодно преподаватели и студенты участвуют в онлайн-конференциях. А здесь, как правило, они сидят в кабинете за компьютером и комментируют презентацию, созданную в PowerPoint. В iDesk Studio совершенно иной формат. Здесь спикер стоит за доской и интерактивно взаимодействует с презентацией, как по волшебству перемещая картинки. А еще он говорит без запинок, потому что есть суфлер. А если у ВУЗа есть целый медиа-центр, в который, кстати, тоже входит интерактивная видеостудия, то мы предлагаем использовать все его возможности. Например, в зоне для подкастов можно записать интервью с преподавателями, сотрудниками, студентами или приглашенными гостями. Также есть фотозона, а это значит, что фотографии на выпускные альбомы точно будут самые классные. Здесь мы еще добавили акустическую кабинку, в которой каждый студент может записать свое музыкальное произведение, а преподаватель начитать аудиокнигу. В медиа-центре также есть комната для оператора и видеоинженера, а еще уютная гримерка. На этом все. Творите и создавайте интересные ролики вместе с iDesk. Надеемся, что наши интерактивные видеостудии принесут пользу вашему университету.